нахуй локдаун, сука, get down. Три-пим-пим-пам-чим-пам. Слова, это не важно. Главное, посыл, мотив, заряд, энергия. Что это? Очко. То, ты тоже едешь? Я могу идти спать? Нет. Ты что, снимал? Да. Эй. Все, пока. Покеда. Open the door, pim-pim floor, cheeky-pooky, tiki-flow, this is my jeep, this is my car, cheeky-pooky, little far. Короче, я объясняю ситуёвину. 6.25. Мы в городе Макароза, как? Масароза. Вот, и мы выдвигаемся в Мантово на чемпионат мира с моими корешами. Я буду топить лично сам за Ромку Февралёва. Не знаю почему, но Ромка Февралёв топчик. Вот. Джефф Херлингс, конечно, силён, собака. Собака силён, и все это знают, что он силён, да? Но Ромка может. А ты за кого будешь топить? За Кайроль. О, красава! Вообще сила! В натуре! Это же последний этап, последняя гонка Кайроли в его истории, в его карьере. Ебать, ты высрал, а? Вообще, зак... Надо же... Офигеть, в натуре. Вся команда КТМа куда-то провалилась, Хайфер убрался. Гладанини, не знаю, в него заехал или что, тоже отстал. Я съехал. Последний круг МХ2 первого заезда. Яко Герц первый. Кто второй? Второй. Второй Кай Дебуль. Дебуль, да. И Ренам третий. С хуем гонщиком. С хуем гонщиком? Куда что? Сходим к гонщикам. Нет, не про это, а про то, что ты сел и умер. А, понял. Не, между заездами у нас будет 1.5 часа, и ты хочешь к гонщикам сходить? Да. Я вообще сам, по сути, МХ2 так по телеку никогда не смотрел. Прям плотно. Но это было очень круто. Ноги устали, блин, мы стояли 30 минут на склоне. Интернет вообще шляпа здесь. Анзор, привет тебе, тут Лупина интервью дает. Нет, ну, скорее, вроде как будет сейчас. Сейчас будет. Просто Питер. Анзор, привет. Прикольный голос, да? Возьми ее лицо. А, у нас тут пикник еще. Знаете, кого озвучивают? Микки Мауса. Migliorare sarà facile. Allora, devi mantenere il nono posto in classifica, che è importante, una top 10 da sogno, non te l'aspettavi. Sei arrivato quest'anno, un po' di città, faccio quello che viene e invece stai facendo veramente bene.
Он дает интервью последний MXGP у него в карьере. Шон Симпсон, ультиму GP де ла стажоне пер ил британнико, così come. Также Кевин Страйбл дает последнее интервью, тоже последнее GP его. Thanks for all, anche naturalmente. Я думаю, сейчас будет Кайроли. Антонио консуэти Антошка. Это последний матч в заезде Антошки. Нашего любимого Антошки. Он отказался давать интервью, короче. Мы сидим на картах и просто не знаем, за кого болеть. У Февре и Херлингса 3 очка разница перед последней гонкой. Я буду за Фабре. Херлингс и так хуярит, но поэтому как бы пусть Фабре выиграет чемпионат мира. Пусть он ставит. А Фабре сколько раз выигрывал? Один. На заборе поудобнее немного. Может, Моран залезли? Все, стартует. Раз, два, о, 5 секунд. Хорош! Ну кто? Прадо! Я из-за Фебре и из-за Херлингса. А пока Фебре едет второй, Херлингс четвертый. Прадо первый, Север третий. Good night.
И вот только там четвертый едет. И прошло ползаезда, чтобы вы понимали. Сиверт, кстати, мог бы с ними рубиться, он убрался в заезд, сколько раз. Кайроли сошел. Последний круг в заезде едут просто друг за другом. У меня холодный пот проступает. Последние 2-3 поворота остается. Хёрлингс первый, Фебре второй, Гайзер третий, Сивер едет четвертым с отрывом там хорошим. Давай, забирай брелочек. Погнали теперь в падок. Ты как? Ты в восторге от заезда? Да. За кого болела? Я тоже. Я переживала за Оксу. Чтобы вы понимали, сейчас будет последний за этом сезоне. У Хёрлингса и у Фебре одинаковое количество очков. 0-0. Я надеюсь, что когда мы побежим на награждение вот на этом мотоцикле, будет золотая табличка номер один. У Антошки просто весь мотик на золоте. О, ребят, между прочим, спонсор Рокстара, они пьют кока-колу. Лангенфельдер готовится к заезду. Мы подождем здесь до заезда МХ2, поснимаем, как все приезжают, как все потихоньку готовятся. Бен Уотсон, Глен Голденхоф и там Джереми Сивер. Алессандро Луфино. А, ё-моё, ты знаешь, кто это? Чемпион Европы. 125 Валерия Лапа. Да? Бил? Да. А, ну да. Вчера стал коронован. Нифига. А вот и, собственно, персона Бен Уотсон идет. Вон, топает. А сейчас мы вам покажем мотоцикл действующего чемпиона мира в 250 Максима Рено. А вон сам Максим Рено. Короче, у них план ограбить этих монстр-телочек, самим нарядиться и пойти стартовать. Как там? Нормальная тема. Я победитель обзора. Нет, но мы, как всегда, нашли свою дискотеку. Лёх, вытаскивай пульт из рюкзака, а у тебя только зонтик с собой. Правда, механик только? Ни с кем не сфоткались, блядь. Перед вторыми заездами, видать, все настраиваются. Короче, грустные, идем смотреть на второй заезд. Immediatamente nella terza posizione l'attacco cominciato intorno al termine del primo giro, poi ancora sempre nella Lombardia si va считанные минуты до старта. Я просто желаю всем кайфануть от заезда, чтобы победил сильнейший.
Купе Вре и Хёрлинг очков одинаковых сейчас перед последним стартом. Кто выиграет заезд, тот и победит в сезоне. Это нереально. Рома, я напоминаю, я приехал из Нарвы, не разочаруй. Не разочаруй, я слежу за тобой, я знаю, где ты стоишь, я видел. Давай, блядь, я за тебя. Mamma mia, chi arriva davanti vince. Mamma mia, il mondiale non è Мы их не видим, но диктор говорит, что Хёрлингс обогнал только что Фебре. L'azione decisa di Jeffrey. Hanno fatto la curva, agganciato insieme e per il momento осталось два круга. Мы попытаемся ближе к пьедесталу сейчас подойти. Кто это? Реаль, хорош. Нихера не слышу! А я за Ромку. Там Кайроли прокричали, и он, видать, на пьедестал вышел.
что это не Херлингс. Le firme sulla mano non valgono niente. No, sulla plastica. Non lo so, eh? No, no. Voglio quella di Harry. В этот раз концовка видео будет немного необычная, потому что монтируя этот влог, я просто не мог не вставить это сюда, потому что это гигантская история мотокросса, которую я хочу, чтобы у нас тоже осталось. Человек, который буквально пару недель назад расписывался у наших девчонок на руках, вот он вроде перед тобой, вот ты приезжаешь домой, начинаешь монтировать влог, и новости говорят о том, что Рене Хофер умер. It's always been a dream to come to this team. As being Austrian, it's quite an honor to race for this team and for this Austrian brand. I will enjoy every moment of it. Прошло 2 часа, все, Херлингсы подготовили, мотик, мы уже просто в шоке стоим. Он два раза проходил, он проходил, когда в трусиках проходил, кадры будут. И потом он вышел, помахал, ушел и не пришел. Короче, Дашка уже все здесь спит прям. Нас убьют. Но зато у вас есть татуировки. Если он не выйдет, вам... Уже стемнело, мы устали, нам еще ехать обратно 3 часа. Мы уже в магазин. И еще мы не ели целый день, кроме двух бутербродов, по бутерброду не съели. Да. Давайте, быстрее, Херлингс, выйди, выйди. Дай нам эмоции, и мы поедем домой довольны. 15 minutes later. To come back and be winning means a lot for me, the entire team, and it's like a monkey off my back. Jeffrey Herlings is the 2021 MXGP World Champion.